Виталий! Нет, Виталий! Всем привет! Сегодня продолжаем гулять в Человека-паука 2. Так, это у нас... Сейчас кто? А, это у нас Питер Паркер. Значит, смысл такой. Есть такой доктор Коннорс. Так вот, он превратился в ящерицу. Мы должны его найти и спасти. Что случилось? Охотники уже не первый день сюда приходят. Простите, что не выручил. А. Вы не знаете, что это за древний нож? Он меня чуть не убил. Я не могу тебе помочь. Я уже видел этот символ. Уходи! Стойте! Я защищу вас от охотников. Меня не они беспокоят. Я надеялся, все это осталось в Волгограде. Пламя вспыхнуло. Теперь он здесь хозяин. Крейвен! Кровинов. Пламя вспыхнуло. Пит! МДЖ сказала, ты чуть не умер. Как себя чувствуешь? Привет, Майлз. Вообще-то, превосходно. Я должен был... Погоди, правда? Представь себе. Слушай, я перезвоню. Хочу на огонек заглянуть. Ладно. Как думаешь, Крейвен будет сегодня в общем, этот Кровинов вколол доктору Коннорсу сыворотку и превратил того опять в эту лягушку, ящерицу. Тут нужен врач! Ребята, ребята, спокойненько, спокойно, ребят. Перебить тушки. Скиньте его вниз. Сейчас я сам спущусь, подожди. Не-не-не, подожди, давай я сейчас вот так вот сделаю. Вот так вот, ладно, аккуратненько. Вот так потом, значит, вот так вот. Кто еще хочет немножечко? Все, что ли? А, на тебе тогда вот так вот. Повиси. Что они там делали? Подумай над своим поведением. Так. Водка из Волгограда? Похоже, у них какая-то вечеринка. Интересно, что отмечают? Так, ребята, кто пил такую водку в Волгограде? Признавайтесь. А мне приглашение не прислали. Так ты ж не пьешь. Но когда это меня останавливало? Так. Этот праздник еще масштабнее того, что мы готовили для яиц. Думаешь, Крейвен наконец нашел должную? Я обошла вместе с ним. Вот Кровинов что творит, а? Видела разочарование на его лице. Намутил тут воды. Тогда сегодня напьемся. А что такое? Я вижу паука над нами! Так, а ну-ка. Мэрия дала разрешение на костер? Вот именно, а вы что тут, блин, устроили? Так, собачка. Вижу собачка, куда? Собачка, не уходи. Посмотрим, что они замышляли. Так, что вы тут делали, ребятушки? Давайте посмотрим.
Так, проникновение со словом. Они завозят сюда всякие деликатесы из Волгограда для этой тусовки? Поставки должны прийти куда-то поблизости. Лётного поля тут нет. А вот доки есть. Тут должны быть зацепки, как найти Крейвена. Не Крейвена, а Кривенко. Ты же сказали. Погоняла креветка. Не заставляй меня повторять! Говорю же, больше ничего нет! Где остальные поставки? Пожалуйста, парню нужна помощь. На помощь! Так, так, подожди, сейчас я надо потихоньку. Сэр, вы в порядке? Ну вот тебе на. Стелс закончился. Не успев начаться. Давайте я снесу посылку вашему боссу. Давай, натуре. О! Ну, знаете ли, ребята. Как это я так, а? Только скажите мне, где он? О! О! Чего это? У нас с ним есть неоконченное дельце. А ну, ребята, вот так вот. Правда, не скажете? О. Ладно! О, отлично! Опять вы! О! Я же кидал тебя! О! Уходи вот так вот! Все, дитя! Открыть огонь! Не надо! Гаси, давай делай вот так вот, потом вот так. Надо осмотреть того докера. Ему здорово досталось. Так, докер, как ты тут, братишка? Тихо, тихо. Вам крепко досталось. Я помогу. В больницу. Прошу. Есть одна рядом. Давай, в пятую. Все будет хорошо. Сейчас мы доставим тебя в пятую про больницу. А что хотели? По пути сюда пропала часть груза. Они думали, его взял я. А взял не ты, да, как будто? Ты что, взял? Вы в безопасности. Итак, куда доставить? 718, Кент. Каково сейчас Гарри без своего костюма? Привет, как самочувствие? Я в порядке. Что происходит? Крейвен Кровинов устроил вечеринку Приветка. По адресу Кент 718. Я туда загляну. Похоже на какой-то клуб. Держись, я уже близко. Да, кто не в курсе, Гарри одолжил нам свой этот костюм. Теперь наш паук похож на какого-то слизняка. Что, заработались? Надеюсь, наш VIP здесь. Сегодня не злее обычного. Просто не провоцируй. Как ты хочешь зайти? Через кухню. Переоденься. Классический Питер Паркер туда не впишется. Жаль, что мой смокинг в химчистке. А? Что? Ух ты. Я шпион. Шпион-паук. Ты не сказал, что костюм превращается в смокинг. При мне он так не делал. Эй! Эй, ты! Поди сюда. Отнесешь охраннику Кровинова. Охраннику? Диме! Иди! Я так понял, тебя приставили к делу. Ага. Не буду мешать. Пойду искать Диму. Дима! Ты где? Ну и быстро они едят.
Не заставляй их ждать, марш! Охранник Дима. Роскошно. Я хорошо выгляжу. И чувствую себя прекрасно. Какое выражение лица у этого парня, глянь. Хорошо тебе. Диму не видел, чепушила. Простите. Так, Дима, ты? Димуль. Интересный выбор. Напоминает ему дом. Слушай, а как я должен найти эту Диму? Шевелись или пожалеешь. Слышь, бородатый хоббит, Диму не видал? Я Дима вообще-то. 300-летним дротиком вот никого не усыпишь. Ты так в этом уверен? О да, покажи. Я ему покажу. Да? Держи его. Пусть дергается. Я давно выдохся. Да ты даже не знаешь, как в нее дуть. Охотник учится быстро. Ёлки-палки. Бля, я Диме нес. Ты че наделал-то? Сладких снов, мой друг. Эти охотники озверели. Не верится, что костюм меня послушал. Вот бы у моего костюма был такой нейронный интерфейс. Я бы мог работать с Гарри как герой, так, прямо подожди, из отпуска. Так... Видела, какие бивни он повесил наверху? Видела. Он гордится этой добычей. Ну, еще бы. Попасть в Ваканду и выбраться не так. Я так понял, то был не Дима. Только ладно. А, наверное, там администратор. К нам уже прибыл щитоносец. Да, он в той комнате у камина. А господин Кровинов сегодня будет? У меня к нему... Ну да. Черт, Кровинова тут нет. Щитоносец? Хм, звучит как должность телохранителя. На, вон он. Откуда я узнал, что Дима это именно вот тот паренек? Наверное, он. Ваш заказ, сэр. Дима явно на стероидах. Что это такое? Мне велели отнести это блюдо телохранителю мистера Кровинова. С чего ты взял, что это я? Вы ведь, ну, большой. Дима очень голоден. Иди-ка ты отсюда. Забавно. Я как раз и собирался. Так, пошли до Димы. Он смотрел на ту комнату. Надо найти лифт. Если это просто щитоносец, какого же размера Дима? Наверное, с трехэтажку. Я больше не хочу его обслуживать. Поставил тарелку и ушел. Все просто. Вот увидишь, когда сама туда пойдешь. Да будь мужиком, смуглый. Че ты начинаешь-то? Дима не кусается, нормально. Посторонись. О, простите. Не извиняйся. Уйди. Посторонись. Ой-ой-ой. Это кошмар. Если мы напортачим, нам крышка. Посторонись. Нет, постой. Зачем мы встали прямо перед дверью? Я же сказал, постой. Не говори. Я вообще никого не трогаю. Давай. Заткнитесь оба. Подберите все и пошли. Любопытно. Найти Диму, найти Крейвена, найти эту жуткую сыворотку ящера. Легко.
Случаем не ты ли, Дима? Черт. Ну, вот почему это меню тайное. Кого-то давно не кормили. Тигр. Ну и ну. Ладно, надо накормить Диму, чтобы он не зарелся на помчатину. Где тот кусок мяса? А, нашел. Слышь, что-то тут должно помочь мне найти Крейвена. Но сначала надо достать фартук. Ну, стрелять, что такое? Прицелиться, затем выстрелить. В чем дело? Вижу стейк. А с этого угла мне его не стащить. Да ёлки-палки, что ж такое тут? А с этого? Да давай ты! Давай с этого, ладно. Говорил. Может подобраться к нему на паутине? О, начинается. Но там охотник. А, вот так. Еда, достойная русского тигра-охранника. Звучит странно. Так, подожди, теперь надо куда? Бы немного приправить это мясо. Где там спящий охотник? Сколько тел рядом с тем охотником? Кто-нибудь слышал? Это наш секрет. Диме пора спать, а Питеру ползти. Если не сработает, он сможет перекусить только мной. Привет, Дима. Я здесь. И принес вкуснятинку. Димусик, засыпай. От шефа паучка с любовью. Муа! Крейвен слишком крут для своей же вечеринки. Осмотрюсь, вдруг он оставил сыворотку ящера где-то тут. Да он на шею повесил, ты чё, лупень? Мы с ним едва разминулись. Фига себе, он чё, с чёрной сотни, что ли, у него предки? Крейвен молился? Так, ладно. Это чё такое? Сыворотки ящера тут нет. Да она шея у него, что это за зелье? Интересно, это из-за них он такой сильный? Да бабушкин компот. Так. Что тут? О. Что мы тут читаем? А, не. Так. Не знал, что в охоте так много смыслов. Так, ручка. Ой. Он куда начитаннее, чем можно было ожидать. Философия самое то после охоты. Крейвен завел себе тигра?
Логично. Спи, спи, спи. Спи, Димон. Спи, Димон, а сладкий сон. Так. О. Ага. Сыворотки нет. А эти вещества для химиотерапии. Неужто Крейвен ее проходит? Так, пора молиться. Моя мама всегда начинала охоту этими словами. Другие посвящались ночь прошествия, упиваясь до бессона. Только не мы, не Кровиновы. Для нас охота была священным ритуалом, долгом перед высшими силами. Хищники заставляют слабых стать сильными. Короче, это бред сумасшедшего. Так, церковь ладно. Церковь готова? Церковь Святой Софии в паре кварталов. Думаю, Крейвен там. И сыворотка тоже. Надо бежать. Так, куда бежать? Стой. Дима. Ты... все не так понял. Брать живьем! Ну что, без палева никак не получается, ладно, да? Ладно, костюм. Покажи, что ты умеешь. Гарри не рассказывал о таких ощущениях! Понеслась. Так, мощь симбиота значительно усиливается. Ваши атаки в период своего действия. Так, для ее применения требуется полная шкала. Ага, я понял. Перережь его! Береги! Такой сильный! Это вот сейчас прозвали. А ну, подержи. Он как будто знает мой стиль боя! Ураган стрел! Назад! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята, не надо. Я теперь сам себе армия! Осторожней! О, добрый вечер. Лучше затягивай! Ой-ой-ой, извините, простите. Сейчас рванем! А давай сюда, мужик. Простите, но эта вечеринка окончена! Добрый вечер. Ага. Блин, да как же ж тебя? Ну как я вам теперь? Ну как тебе вот такой прием? Уходи! Ухожу. И тебя с собой прихвачу. Так. Смотри, как же тебя пробить-то, мужик. Что так? Ух, ни хрена себе, стену поломал. Так, где еще? Ага. Привет, ребята. Слушай, мне нравится в этом костюме. Это гораздо эротичнее драться. В таком костюме. На тебе. Подонок. Так, кто еще? Перемещайся. А, ты че, куда ты перемещаешься? Иди сюда. Девчонка. Так, кто еще? Есть желающие получить по батонам? Нет? Да что такое? В смысле?
Ты уади ты, блин. На тебе. Давай я тебе вот так вот, если не хочешь. А вот так, смотри. Вот так, как тебе? Плотно оказался. Мне нужно в церковь, скорее. Весь. Аккуратно. Ой-ой-ой. Ты что творишь, мужичок? Робин Гуд, не надо. Иди сюда. О, проход открыт. Это не я. Конечно, не ты. Конечно, не ты. Приложили. Да, жесть. Так. Пит, ну что там? Крейвена пока нет, но вроде я знаю, где он. Как костюм? Странно. Он как будто меня знает. Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Обещаю. Все тихо. Ой, хорошо. А что ж костюм не сработал-то, а? Ага. Поломали. Все, паутина вернулась. Это ты? Я так и думал, что мы с тобой еще светимся. Давай, что-то, что так, подожди. Давай вот я так. Я бы хотел познакомиться не хочешь, поближе, а вот но так, у меня смотри. Еще есть дела. Ты понимаешь, мой босс задумал что-то нехорошее. Так, слушай, подожди, я уже не понял. Это мой город, а не его зомби. Копье будто генератор импульсов. Он убил Скорпиона, выпустил ящера. Зацепил. Вырнул меня от всей души! Я хочу с ним поговорить! Особенно о последнем факте! Слушай, как мне этого терминатора... Так, прежде нажмите... Так, на тебе, да, друг. Так. Спасибо, что сказали, а то я уже забыл. Как... На тебе, ой, хорошо, вот это он мне влепил. Ай! Ну давай еще. Вот так. Куда ты кидаешь баллон? Так, ребята, давайте собираемся вместе. В чем дело? Все, вот теперь поиграем. А главное устранить вот этого великана. Иди сюда, малыш. На тебе в челюсть. Так, все, этой локалку снесли. Так, здравствуйте. Иди сюда, на тебе. Куда ты стреляешь, лупень? Не надо, не надо. Ах ты, сучка. Не надо, не надо, ребят, не надо. Давайте вместе соберемся всем дружно. А как тебе вот так вот? Пригнись! Тебе же сказал, Алида, пригнись, что ж ты делаешь? А, ну давай. Ой, извините. О-о-о-о, я застрял! Береги его! Береги башку! На, забирай. На, я тоже немножечко. Так, кто еще? Желающие есть, мальчишки? А, приветик. На тебе. Взял на прицел! Взял? На тебе, я тебя тоже взял. На тебе вот так вот с апперкота аккуратно, а потом вот так.
Проще, парень, рипы. Так. Хватит развлекаться. Я иду к Рейвен. Так, а что-то... А, он в церкви. Пойдем. Так, ну что? Исповедалась ли ты на ночь, Дездемона? Кривенко, сейчас мы тебе устроим. Я пришел за сывороткой для доктора Коннорса. Блин, взял, уколол доктора Кокона, Коннорса. Подонок. Тут теперь ящерица и бегает там по канализации. Так. Ты меня выследил. Хорошо. Посмотрим. Хватит ли у тебя сил довести начатое до конца? Ой! Ты человек, но... Я чую зверя. Вечерний звон. Выпусти его на волю. Я просто хочу спасти друга. Чем в другой раз. Последняя охота. Все, спалил ты свое не свое место, этот неуязвимое свое неуязвимость свою. Так, там. Точнее, Гарри, уязвимость свою Эн-Джей! Показал. Сыворотка у меня! Я возвращаюсь в Эмили Мэй! Как прошло? Отлично! Только вот с Крейвеном все несколько осложнилось. Ты не поверишь, но он гораздо сильнее, чем кажется. Главное, что ты в порядке, и сыворотка у тебя. Молодец, дружище. Я начну подготовку. А на самом деле? Да все просто... Я не хотел волновать Гарри. Теперь Крейвен знает, что под воздействием определенных частот костюм может сбоить. Насколько серьезно? Неприятно, но я справлюсь. Ну, я рада, что ты в порядке, но ты все равно береги себя. Расскажешь, как там в лаборатории? Непременно. До связи. Короче, спалил контору. Здравствуйте, ребята. Так, подожди, куда тут? Ты принес? Посмотрим, какой у нее состав.
Так, я совместил сыворотку со старыми образцами крови Коннорса. Если уничтожить атомы, блокирующие рецепторы ящера, мы сделаем антидот и будем в шоколаде. Как клубнички. Как умные клубнички. Ну что, как тебе костюм? Хорошо. Даже отлично. Только к нему надо привыкнуть. Это да. Хочу как следует его испытать, когда все закончится. Осталось немного. Смотри, что-то тут намутили тут. Вот. Ура? Ура. Стой. Тебе не кажется, что структура нестабильна? Чувствую себя биохимиком каким-то. Так, продолжить. Можно было бы стабилизировать ее пучком электронов, но для этого нужен ускоритель частиц. У-ху-ху. Это как стричь волосы дробовиком. Адская стрижка. Там в нем что-то сбоит, но можно рискнуть. Никаких черных дыр, никаких черных дыр. Из-за перепада давления перекосило среднюю часть. Отсюда не починить, надо лезть внутрь. Эй! Эй! Ты что делаешь? Костюм защитит меня, так? Питер, я что-то не уверен. Расслабься, будь как протон. Чего? Будь позитивным. Ну что, каков ускоритель частиц изнутри? Супер! Ты должен залезть сюда, как получишь костюм. О, это первое в моем списке. Что будет, когда я скорректирую структуру? Если все остальное в порядке, то ничего. Можешь вылезать. Ася, целая панель отвалилась. Гарри! Он заряжается, но луч непредсказуем. Стабилизируй его магнитами. Как? Просто найди лучшую точку. В ускорителе частиц не бывает таких точек! Теперь другой! Вот так, порядок? Впереди последние магниты. Если ты их не стабилизируешь, мы уничтожим сыворотку. Понятно. Не сотри мне библиотечные карточки! Не затень луч, не затень луч! Дальше! Получилось, Пит! Ты справился! Вылезай! Что это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, статический разряд. Значит, ускоритель работает, башковитая ты клубничка. Давай поторопись, наверное, что мне не нравится тут. Шевели помидорами. О, отлично. Все нормально? Антидот, считай, у нас в кармане. Значит, у костюма чувствительный слух. Видимо. Что случилось? Опять статические разряды. Но ускоритель еще работает. Сыворотка цела. Пожар! Ну что, нахимичили тут химики? Ты с той стороны, я с этой. Понял! Так, хорошо. Статические разряды, видимо, сожгли противопожарные датчики. Я запущу их вручную. Противоядие еще делается? По идее, да. Но если огонь повредит ускоритель, все пропало.
законам термодинамики. Хватит уже разгораться! О-о-о! Азот, всегда кстати! Что ж такое-то? Прекрасно! Где? Ага. Гарри не сможет справиться с огнем в одиночку. И здесь потушил. Как ты там, Гарри? Обхожу все известные людям блокировки. Живу свою лучшую жизнь. Я давай, горилла. В каждом великом начинании случаются неудачи. Это была наша. Вид, здесь тоже горит. Я сейчас. Все потушили. Сработало. Тогда выключай, а я заберу антидот и найду доктора Коннорса. Не так быстро. Отключение проходит в 67 шагов. По-другому нельзя, не то испортим антидот. Значит, придется ждать. Есть хочешь? Я могу сгонять за пиццей. Выключи его и достань антидот. Я разберусь. Так, подождите, ребята. По очереди. Я думал, между нами связь. Не ты один его добыча. Ты про Ли? Говори, где он? Упс, простите. Сюда. Ха, это круто. Хорошая магнитная пуля, мне нравится. Так, где ты еще? А может, не надо? Очень не люблю, когда толпа. Так, где еще? Я думал, Крейва находится только на суперзлодеях. Зачем они тут? Наверное, они выследили меня, когда я украл сыворотку! Прости, Гарри! За что ты извиняешься? Я не волнуюсь, у тебя же костюм! Натери им зад! Так, идите сюда, ребята, здесь вот отличное местоположение, идите сюда. Подходим, подходим, не стесняемся. Так, давай вот сюда подходим, успехи, подходим, Гарри! Подходим. Перевожу луч в запасной тоннель. Подходим, девчата. А у тебя что? Ну, мне дали открой. А, ну иди сюда, ты. Металлическая морда. А почему? Подожди. Да подожди, а почему? Да не, стойте. Какие у тебя успехи? Я сейчас здорово. Жопу надеру. А то тут ни конца, ни края не видно. Ты справишься. О! Уходи! Да, блин, этот терминатор. Валите его! Спускаю! Он почти выключился. Я вырублю его и заберу антидот, а ты уходи отсюда. Не могу. Только я один. Береги! Горилла, не спорь. Рейвен с тобой позабавится. Гарри! Ой, хорошо, а запомните. Вам нужен я? Ну, пожалуйста. Это что было? Я не знаю.
Я просто... Это был первый нет. Костюм! Ты цел? Вроде. О! Я пойду в щитовую и закончу оттуда. Ну, знаете ли, ребята. В порядке? Да! Просто чудесно! Вижу цель. Так, собачка. Где ты делась? Ну же! Давайте! Собачку устраняем в первую очередь. Крейвен, молодец, что не пришел! Так, мужчина, подержите. Не хочешь, а вот так. Давай вот так. Аккуратненько. Это все, на что вы способны? Правда? Где он? Где еще? А, привет. Вот и все. Просим вареной рыбы. О, мишка Гами. Я не знал, что здесь водятся медведи. Слушай, пока мы не начали, я должен тебе кое-что сказать. Я съел весь мед. Да ладно, смешная ведь шутка. Знаешь, мы быстренько тут все починим. Может, даже оставим что-то в память, а? Похоже, стрелы повредили защиту ускорителя. Луч разрушает тоннель. Можешь его отключить? И что с противоядием? Еще делается, но... Пора держать кулачки. Ты что делаешь, Харт? На тебе, Харт. Давай, ты сейчас... Пошел ты, медвежонок. Какого? И это еще что? Сам кревец прилетел, что? Прекрасно. Пока был шанс! Нравится все ломать? Может, я тебе нос сломаю? И ногу. Внимание! Конструкция здания повреждена. Что, весь офис мне тут разворотили? Что делать? Сколько еще? О! Знаю, знаю! Последние две стадии! Ага, да. Гарри, сейчас все рухнет! Нам Горилла, надо уходить! Беги! Нет, не рухнет! Еще чуть-чуть! Это месиво.
уходим! Всю контору развалили. Папа прилетел. Да? Да. Папа, мы все просрали. Ты не ранен? Я цел. Мы целы. Но наш фонд... Это мне сейчас не важно. Ты точно в порядке? Да. Посмотрите, уцелело ли что-нибудь. Мне нужен подробный отчет об ущербе. Да, он прав. Фон сейчас не главное. Что? Это наша мечта. И мы ее не оставим. Но в первую очередь нам надо найти доктора Коннорса и вылечить тебя. Все получится. Так. Вы позвонили Питу... класс. Оставьте сообщение. Где тебя носит, Пит? Приветик! Чувак, один наш друг выцепил старую передачу охотников. Вдруг ты захочешь разобраться? Может, она приведет Кли? Высылаю координаты. Спасибо тебе огромное! Да не за что. У тебя все в норме? Или волнуемся? Я в порядке. Для начала надо просто вернуть все в норму. Надо перед ней извиниться. Я ж пропустил выставку. Ну ладно. Надеюсь, зацепка поможет. Так, собираем паучков. Так, где он тут? Где ты? Ага. Где этот паучок, Ананси? Их все сложнее стало искать. Ага, вот он. Ребята, у меня все ленты в новостях о том, что происходит в Джерси. Пожар в старом зоопарке. Тайная база охотников. Человек-паук. Так, что у нас здесь? Так, что вы нам тут даете? Детальки. Отлично. Так, гаджеты. Так, этот гаджет мы прокачали полностью. Так, что-то увеличено количество снарядов в одном залпе. Так, навыки. Так, это что? О, отлично. Так, мощного биовзрыва, давай. Есть. Так, гаджеты. Примеряет черный костюм своего друга. Что-то странное там происходит, короче. Я знаю, сейчас все такие черные не выходят из моды. Так, подожди, очкаречка, ты тут меня в смысле не сбивай, я тут... Сюда, я не спорю, заблин. Выглядит на паучке, это потрясно, но... То есть побочки в этой игре нужно выполнять обязательно. Только мне так кажется. Ну ладно, вы же слушаете меня в том числе для непредвзятых мнений. Из них далеко не уйдешь по сюжету. Это мы уже поняли.
сейчас пока дали возможность нам поиграть за Майлза Моралеса. Волшебный чернокожий паренек. Так, а ну-ка, подожди. Человек-паук! Не-не-не, меня нету. Да... Нечего устраивать в Нью-Йорке невидимое укрытие. Ты именно, вы что творите тут? Стреляю! Ну что делать? А? Вы что тут устроили-то, а? Вы что, устроили, я вас спрашиваю здесь, а? Это собака в Баскервилле тут. А ну. Так, аккуратненько. Подых. Так, давай еще. Ребята, собираемся. Собираемся. Лучше. Встаньте, дети, встаньте в круг. Давайте вот так вот делать вот заряд энергии. Подкрепление? Серьезно? Сами не справились? Так, где еще? Куда ты побежала? А где она? Ой, ты куда? А ну так вот. Парируй клинками! Я вам сейчас попланирую здесь. Ироды. На тебе. О, снайпер Анатолий. Держи тебе заряд энергии. Ой, хорошо. А плеуху получил с ноги? Так, я женщин вообще-то не бью. Я их вот так вот роняю. Вот так. Класс. Так, а что тут еще? Так, давайте посмотрим. Что это за птичка-невеличка тут у нас? Оп, тебе есть что мне рассказать? А ну-ка, рассказывай, что у тебя тут? Карта их базы. Что они замышляют? Ага, так, есть. О, черт! Отключу ретранслятор, чтобы не пришло подкрепление. Есть сигнал от еще двух заслонов. Что ж такое-то? Придется зачищать заслоны, что, пока весь... не выясню, где их база. Весь город, что ли, тут засрали своими базами? Так. А ну-ка. Тут еще база. Сюда заглянем. Ой-ой-ой-ой, извините, простите. Так, стоп. Где тут был этот паучок Ананси? Показалось мне, что ли? Показалось. Паучков этих маленьких тоже надо собирать. Я так подозреваю, это какая-то побочная миссия там скрывается. Так, где вот тут? А. Так вот, чтобы не смущать этих ребят. Так. Где бы... Добрый вечер. Да, это он. Младший, да. Приветики. Не надо подтверждать. Надо. О! Ах ты! Тварь! Так, мужчина, угомоните свои таланты. Так, где тут у нас? Ага, потомок Робин Гуда. Испугались, нас вызвали подкрепление. О, ни хрена себе, ты что сделал? А вот так вот. Как тебе такая шокотерапия? Стоп. Иди сюда, малыш. Не надо меня, не надо. Знаете кто, ребята? Уже перешли все границы дозволенного. А ну-ка.
Фокус не навеки. Все будет просто. Только получу данные. Птичка, невеличка. Спорим? Как раз ты-то мне и нужен. Что еще есть у них на базе? Подожди, мы уже смотрели эту циркушку, нет? Кладовая с гранатометами? Спасибо, не надо. Лучше ее залепить. Два так. Заслона есть. А где ты их надыбал? А, вот. В смысле, два, а еще где? О, ой-ой-ой. Ой, слышь, морал. Надеюсь, последний подкинет мне зацепку. Что за тут их? Огромное количество обнаружил. Образованием текста в речь с Хейли Купер. Дети в больнице очень радовались тебе там. Спасибо, Майлз. Стой! С чего ты взяла, что это я? К ним прилагалась записка от музыканта. Они не рады, что Человек-паук уничтожает заслоны. Прикалывайся, а кто ж рад? Вон там! Да, ёлки-палки! Сюда. Что ж у меня постелся вообще не по-моему, какой-то отнесел сюда, я не двигаю, я не знаю. На тебе. Давайте, ребята, вот так. Что знаю я. Ой, нет у меня теперь преимущества вообще. Сломали гаджеты. Суки. Так, эту собаку надо Баскервилле уничтожить. О! Хорошо, как хорошо. Куда ты пошел? Кто-то вызвал подкрепление? Да елки-палки, да прекратите немедленно. Так, а ну-ка давай, иди сюда. А почему ты не хватаешь? А ну-ка вот так вот. О! Так, это бросьте, ребята. Надо вам еще вот таким вот гаджетом по лицу. Потомки. Ах ты, лярва. На тебе за это. В твою крафтенную заточку. А ну-ка иди сюда. Пойдем. Так, на тебе. Твоим же салом. Тебе же по мусалам. Вот так вот. Блин, ну что-то по стелсу не получается, я не знаю. Скоро они узнают. Так. Так. Скоро все узнают, кто такой Моралес. Ну-ка, что несет этот почтовый голубь? Я бы даже бы сказал, Моралес. Так. Они окопались в верхнем Вестсайде. Слушай, я так понял, этот сейчас паренек тут накопает. Заброшенный отель? И еще на 40 часов прохождения. Заброшенный. Тут накоп... Да? О! О, приз получен. Бум. Запасливость. Вот и все. Теперь в отель. В смысле вон и все? Я вон вижу еще. Какой отель? Ты что? Вон еще он, я вижу отсюда уже. Невооруженным. Ладно. Так. Звонок. Преобразованием текста. Слушай, эта девчонка вообще-то глухонемая. Как она может разговаривать? Дети в больнице очень радовались цветам. Спасибо, Майлз. Стой! Чего ты взяла, что это я? К ним прилагалась записка от музыканта. Нетрудно угадать. О, ну, я просто
хотел поддержать тебя в том, что ты делаешь. Это так, очень круто. Стой, 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 Морал, Морал, куда ты пошел? Аморались. Готов заселиться в отель «Охотник». Они платят за эти номера? Сомневаюсь. Судя по данным, тут хранится все их оружие. Тупые охотники. Отель не оружейный склад. Тупорылые. Что такое? Как вы заметили? Да я ж без палева работаю. И палки, слушай. Полетай, пока Аморалис тебе в этом поможет. Да ты смотри, он что-то плотный такой. Как и лишить меня? Приму, я сам себя лишу. Воу-воу-воу-воу-воу! Ох ты, бинго! А тебе все. Сюда. Сейчас я приземлю с тебе аккуратно лицо. Не надо мне гранаты. На тебе. На и тебе. Блин, а куда ты мне стреляешь? Ты что делаешь? Да. Так, где они все эти сверчки тут? Я не пойму. Где? Ух, ни хрена, если что, их столько? Ай-яй-яй-яй-яй. Добрый вечер. Молодая. Красивая. Так, где вы есть? Иди сюда. Аморализа вызывали. Ой! Медведь? Вижу цель! Слушай. Да не ту. А ну, полетай пока, медведь. Медведь, ты вот мало получил, я так понял, да? Опять за старое. Взялся. О! А ну давай вот так вот. Да ни хрена себе, слышь. Втекай! Так, где? Так, медведя устранили. Я бы даже бы сказал, усыпь. Не надо ничего кидать здесь. Сука, насрал уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тикай-тика. Вони ретузную кинул. Добрый вечер. Так. Да хорош. Откуда ты бьешь, лунтик? А, вон он. Достали, мужчины. А! Стрелы пошли! Да отвалите вы с этими стрелами. О! А ты смотри какой, а! Сейчас я вам дам поддержку. Ты в кого стреляешь? Да что ж это такое? Где ты есть, лунтик? Вытащите меня! Сейчас я вытащу тебя. Нам нужно
Да что ж это такое, слушай? Да сколько вас? Твари аморальные, что делаете вообще? Не надо меня стрелять. Ой. Добрый вечер. Да ты смотри, подонок, а? Новая позиция. Да усни навек. Найти побольше информации о себе Крейвена, пока их тут нет. Ничего не вижу. О! О! На тебе, вот. Давай. Но! Еще! Но! На тебе, подонок! Ой, хорошо, извините. Как тебе вот такое вот? Ну, сни навеки. Неужели? Ну, это же какой-то просто пердец, а? Чё творят эти аморальные типы? Похоже, базой управляли отсюда. Так, еще ну-ка. Один зашифрованный файл. Засунь туда свой черный нос. Чего тебе? Я пошел бы с тобой. Ты не нужен. Я тебе никогда не нужен. Думаю, ты просто боишься, что я тебя превзойду. Я именно этого и жду. Но не от тебя же. Это кажется забавным? Лишить детей положенного им по праву? Единственное право по рождению – это право неизбежно умереть. Ты заставляешь нас драться из-за объедков. Но я верну то, что принадлежит нам. Я возьму свое. Этот Владимир яблочко от яблони. Надеюсь, он не скоро появится. Да уж, надо зачистить побольше баз, чтобы его было некому встречать. Что за Володя еще? Так. Что-то мне подсказывает, что... Блин, ну вот эти вот базы, конечно, это же просто трэш. А это что? Свои крылья. Так. Давай. О, еще один. Да что же, тут уровни просто сыпятся, как... С рога изобилия. Ну, а очкаречка. Сегодня я проснулась с одним вопросом. Что же все-таки произошло в фонде Эмили Мейпл? О-о-о! Куда ты поехал? А ну-ка вернись. Права есть у тебя? Это да, это я, да. Точно хотите этого? Ну точно? Ладно! Кого стреляешь? Ты чё? Ты чё делаешь-то? Подонок. А ну-ка. Не надо. Впереди охотники. Да на тебе за это подзатыльника. Глянь, мужчину как потрепало. Вы видели? Пойди сюда, ад. Так, давайте я сейчас вас вместе вот так вот соберу аккуратно, потом, значит, вот так вот. Слушай, а там мужчина, прохожий, не пострадал? А где еще? А где? Кто еще? Ку-ку, ку-ку. Вы где? А-а-а, здравствуй, Лида. Я скучал. Все. Нет. А где еще? Блин, там Федора зашкурило, походу, за картой.
Все, вылазь с машины, ты чё? Бля, сидит там, короче, в бронированном автомобиле. Бля, у него только слюни летят. Вот это да. Слушай, это, наверное, так надо по сюжету. Ужас какой. Так, спойлер, он исчез. Мы его прихлопнем, как муху, и спустим в унитаз. С пауком будет покончено. Слышь, ты вылазь с машины, дубина. Так, а что ж мне сделать такое, чтобы оттуда... Сплетем паутину из его потрохов! Да вылазь! Человек машины! Сейчас мы покажем ему дружелюбие! Слышь, какой подонок! Слышь, закрылся в машине, короче, и сидит там что-то на меня там наговаривает. И плюется еще в салоне автомобиля дорогого. Да. Так, я понял. Ладно, отдыхай. Ага. Не? Ты смотри, что ж такое. Слушай, ну... Всякое видимо такого. Они как знают, что мне не до них? Конечно. В машине засел бы. Поймал сигнал с этого спутника. С чем мы имеем дело? Такой охоты не гордятся. Это пятно на моем имени. Позор. Но все же они опасны. Найдите их и убейте. Крейвен, сколько же еще людей у него в списке? Однако. Дрон. Он использует сеть, чтобы выслеживать цели. Тебе так просто не уйти. Получаю поток данных с дрона. Бай! Если сумею удержаться за ним, костюм извлечет данные и приведет меня к Ли. Это какая Ли? Блин, да погоди. Нужно пристегнуться к нему хвост, чтобы продолжить загрузку. Где он? Ай! Да, елки-палки. Это наисложнейшая миссия. Терпеть такое не могу. На них еще и бомбы?
Это Моралес. Да, эй! Чуть не поджарился! Надо пристроиться за ним в слипстриме! Давай, давай, давай. Копай знания. Шанс найти Ли. А такими темпами костюм сгорит. Слышь, не ной, давай. Не вижу, что поворачиваться. 50%. Пока все хорошо. Нет! Давай, да. Он ушел. Что? Да в смысле? Да ё-моё, вот это вот геймплей. Получаю поток данных с дрона. Если сумею удержаться за ним, костюм извлечет данные и приведет меня к Ли. Нужно пристроиться к нему, да, в хвост, давай, чтобы продолжить загрузку. Аморал. На них еще и бомбы? Блин, это, наверное, наисложнейшая миссия в этой игре. Я думал, он до бесконечности будет летать. Нужно набрать скорость за счет слипстрима. Не пиликай там. Данные бери. Бери. Ай! Ай-яй-яй! Ай, да давай быстрее, гад. Да. Я теряю его. Единственный шанс найти Ли. 50%. Пока все хорошо. Дыхание дракона? Нет, спасибо. В следующий раз не тормози! Да пошел ты нахрен! Сука, кто придумал это? Получаю поток данных с дрона. Если сумею удержаться за ним, костюм извлечет данные и приведет меня к Ли. На них еще и бомбы? Пятьдесят процентов. Пока все хорошо. Данные.
Ужас какой. Так, Крейг, где же ты держишь Ли? Что? Все цели смешались в одном файле? На дроне нет данных о Ли. Но людям нужна моя помощь, иначе они станут жертвами Крейвена. Ужас какой. Если есть еще птички, я могу взломать их и идентифицировать цели, пока еще не поздно. Не, хорош. Загружу не. Данные на сервер паучка. Пит должен это увидеть. Гарри? Привет, Пит, с тобой? Привет. Нет. Слушай, я в новостях видел, как ты гонялся за робот-птичкой. Техническая помощь не нужна? Ну, там, за приложением следить. Я уже подрядил на это своего друга. Понял. Извини. Просто хочу быть полезным, а мама всегда говорила, если возможность не стучиться к тебе, сделай дверь. Мамы уже нет, а я до сих пор с ней советуюсь. Это странно? Не, я и сам иногда разговариваю с отцом. Приятно знать, что я не один такой. Спасибо. И удачи тебе. И тебе. Может, мне тоже обратиться за советом? Ой. Ужас какой. Так, а что у меня тут с костюмчиком? Может, там это улучшение есть? Давайте посмотрим. Так, улучшение костюмчика. Так, это что такое? Так. Навыки. Вот, навыки. Так. Ага, это что такое? Так, это мы вводим хоровод тут. О, вот это что такое? Во время раскачки. А это что? Получи прыжок. Ладно, до тебя мы дойдем. Привет, пап. Мне бы сейчас так пригодилась твоя помощь. Я пытаюсь отыскать Ли, но ничего не выходит. Это папа без дат рождения, смерти, что такое? Герой — это тот, кто не сдается. Я не сдаюсь. Просто не знаю, что еще сделать. Может, махнуть на всю рукой и целиком сосредоточиться на поисках Ли? Нет. Если людям нужна помощь, я помогу. И найду Ли. Если
битвы не до того. А в первой части, я помню, были даты. Я сам справлюсь. Пожелай мне удачи. Спасибо, пап. Любопытно, я конечно. На надгробии нет дат. Кому тут надо помочь? Так, а тут есть дата, нифига себе. 910-й. А ну тут. Тут нет. А ну ты. Странно, слышь, все в 910 году, что ли? Умерли. А ну тут какая дата? Ого, 864-й. Че, к нему ходят родственники, да, еще? Ты смотри, глянь, сколько людей поумирало. Ой, 885. Это вообще что-то непонятно. Гравировки нет совсем. Ты смотри, глянь, тут мор какой-то был, что ли, в 910-м. Вот это они тут с датами намотеляли, опять 810. Да что ж такое-то? А, о, 881-й. Да, к ним родственники ходят. О, 69-й. Нифига себе, лянь, 800 же. О, лянь, тут пошел 922-й. Нифига себе, так. Это ты сейчас, паренек, кому пришел? Пра-пра-пра-пра-пра. М.Джей. Про бабушки. Привет, я говорила с Питом. Он идет к дому Коннорса в Куинси. Ему может понадобиться помощь. Что, правда? Это Пит просил меня позвонить? Ну, нет, но ведь два Человека-паука лучше, чем один, так? Странный кладбон какой-то. Хорошо, спасибо, М.Джей. Похоже, тут... я ему не нужен. Может, мне пора навестить Хейли? Так, смените сюжет. Так, для основного. Так, смените. А что такое? Что у меня здесь? У меня вон тут птички остались невелички, да? Угу. А, вот еще. Хо-хо-хо-хо. Зачем нам менять? Правда же, ребята? Не надо нам ничего менять. Мы проходим вот эти вот птички невелички все. Я уверен, там же что-то будет. Дотошно проходим. Надо все побочки выполнить. Обязательно, без исключения. Иначе что за полное прохождение, если ты не выполняешь побочные задания? Это ж как-то не камильфо. Так, подожди, куда я по... Мне что-то подсказывает, что с каждым разом вот это птички-невелички будут только сложнее. Поехали! Нужно выяснить, кого этот дрон выслеживает.
А! Как я и предполагал, а тут еще сложнее. Дайте сделать. Что делаешь-то? Ой! Загрузилась половина данных! Что, прикалываюсь уже? Глеб Егорыч, уйдет. Почти все уже скачалось. Этот дрон слишком быстрый. Ты че, тварь? Ладно, ребята. На этой великолепной ноте заканчиваем наш стримок. Приходим на другие видео подобного характера. Все, всем спасибо, кто смотрел. Ставьте, что вы там ставите. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.